Мучаясь болезни, обозлившись на весь свет, хотя телом был молод я, понимал, надежды нет. Выбор должен сделать я между тьмою и тобой, и я склонился пред Иисусом. Он сказал: следуй за мной, проповедуй. Каждый может быть спасен, и я стремлюсь к этой цели, для которой был рожден. В этом мире гибнут люди, и я молю тебя, Иисус, не позволь остаться теплым, дай мне миллионы душ. Однажды я молился, Бог открыл мои глаза. Я увидел путь широкий от начала до конца. Люди шли, не понимая, что случится впереди. Вдруг край жизни обрывался, не кричали: помоги. Проповедуй, каждый может быть спасен, и я стремлюсь к этой цели, для которой был рожден. В этом мире гибнут люди, и я молю тебя, Иисус, не позволь остаться теплым, дай мне миллионы душ. Однажды я открыл глаза, предо мной была река. Размышляя о видении, вдруг услышал: кровь моя. Я увидел сон пророков, на головах их был венец, и мы скрепили наши руки, чтоб достичь людских сердец. Проповедуй, каждый может быть спасен, и я стремлюсь к этой цели, для которой был рожден. В этом мире гибнут люди, и я молю тебя, Иисус, не позволь остаться теплым, дай мне миллионы душ. Если б заново прожить, я бы прожил точно так. Я преодолел весь путь, видя, как ко мне ты благ. Все, о чем мечтаю я, созерцать твое лицо, быть с тобой, о мой Спаситель, вот желание мое. Проповедуй, каждый может быть спасен, и я стремлюсь к этой цели, для которой был рожден. В этом мире гибнут люди, и я молю тебя, Иисус, не позволь остаться теплым, дай мне миллионы душ. Проповедуй, каждый может быть спасен, и я стремлюсь к этой цели,
для которой был рожден. В этом мире гибнут люди, и я молю тебя, Иисус, не позволь остаться теплым, дай мне миллионы душ. В этом мире гибнут люди, и я молю тебя, Иисус, не позволь остаться теплым, дай мне миллионы.